Ну, все нормально. Вот здесь и будем брать. Дуреха есть? Да нет, дрань есть. Весом возьмем. Я дуреха. Чумовой ты, не видишь, охнарь какой-то. Смотри, вон зверь. Угу. Пошли. Ну, а беляшки-то нет или деревяшек? Нет, сейчас только бонг, и то брикетом. А у меня был знакомый бабай. Ах, это был банкир. Ну, деньги-то давай. Куда? Фраера нашли. Думаешь, растет она в саду, дуреха-то. Ну что, догнать? Долбануть по холке? Ладно. Он свое схлопочет. Кровь? Смотрите, он меня до крови. Танечка, здравствуй. Здравствуй, Володя. А я тебя сразу узнал, несмотря на наряд. Что ты так? А теперь все так. Как люди, так и я. А ты в форме. Анахронизм какой-то. А знаешь, что теперь про вас говорят? Не надо было ура кричать, отец. Баварское бы пили. Но это они зря. У нас была победа, а у них что? Афганистан? Ребятки, а вам пустые бутылки здесь не попадались? А ты что, не добрал? Ну, не добрал. Не добрал. Давай топай отсюда и попроворней. О, а ты чё грубишь? Давай, вали, вали. Грубить не надо. Ты думаешь, сейчас вам все можно? Дудки, я знаю ж таких, как ты, сколько на своем веку перекидал. И военных, и штатских. По роже видать, кто ты такой. Без удостоверения. Теперь это не в моде. А ты думаешь, в моде?
Ну да хрен с вами. Мерзко. Он живет, а нас уже нет. А ты узнала его? Да. Когда мама вернулась, он всегда под окнами торчал. Живой памятник эпохи. Он, не мы. Ушли из жизни и нас забыли. Сожгли. И в урны насыпали не наш прах, а чей-то. Даже праха не осталось. А ведь мы тоже любили. Себя не жалели. Роковые ошибки совершали. Страдали. Да уж, чего-чего, а этого хватало. Твоя мама. Вижу. Так хочется побыть с тобой вдвоем. Чудак ты, Володенька. Паразиты! Че стали? Ну-ка марш на улицу! Даже хлеба не на что выкупить. Талоны жрать будете! Спасибо. Какие голубые. Откуда незабудки осенью? Помнишь, как я тебе их дарил? Помню. Помню. Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Володька, привет! О, физкульт, привет! Ты откуда такая синяя? Ой, это купальник линяет. Да ты мокрая вся, пошли домой. Ты тоже мне синяя. Там картошка-то есть еще, отвари ее. Да мы ее пожарим, зачем? Ну, потом пожарим. Сметану зальем. Вася, брат, хотел зачем? Прийти. Зачем? Вот, всем здравствуйте. Володечка, сынок, парад кончился? Кончился. Ну, ой, да ты мокрый весь. Немножко. Ну, я сейчас котлеты переверну. Как там парад-то? Товарища Сталина видел? А как же, проходили мимо трибуны. Под козырек взял. А вы что? Мы? Церемониальным маршем равнение направо. Раз, два, и левый. Гордись, гордись. Раз, два. Ты что? Тренируюсь. Хоть два, левый, левый, левый.
Ты что это такая? Из бани, что ли? Да какое из бани? На параде была. Вся продрогла, замерзла, ужас. Хорошо, что грузовик с транспарантами подкинул, но в кузове все равно просвистело. Ой. Пей, грейся. Ой, спасибо. Ой, как хорошо. А ты товарища Сталина видела? Нет. Там такой ливень припустил. Перед самой Красной площадью колонну остановили. То есть как? Из-за погодных условий физкультурный парад отменили. Менял я женщин тирлемирли, как перчатки. Носил я тирлемирли, шапокляк. Видали, какой у меня боевой трофей? Знаете, как называется? Называется шапокляк. Кляк от слова кляк. Не слыхали, как клякает? Кляк. Кляк, шапокляк. За шам виду-ду, за шам виду-ду. Кайна, он свайте, он дритте, за шам виду-ду. Ты что, очумел? Она же разродится раньше времени. Мама, я осторожно, я с пониманием. За шам виду. Тань, может, ты чайку еще налить, а? Какой ей чай? Водочки. Посинела вся. Да это у нее купальник линяет. Перестань, пойдем к нам. Пойдем. Да нет, мне неудобно, я не пойду. Чего неудобно? Ты что? Мы что, не соседи, что ли? Пойдем, пойдем. Пойдем, 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 Танька, она мне без себя не нальет. Володька, я не пойду. Да пошли, пошли. Проходите, проходите, садитесь. Прошу. Спасибо. О, винегретик, селедочка, пирожочки. Тань, тебе винегретик. Угу. Ой. Спасибо, все-все-все. Огурчики. Ну, наливай, Володь. Отбросили его далеко за пределы нашей страны. За победу. Ой, Тань, ты что, водку никогда не пила? Почему? Пила. Спасибо. Налей-ка, Володечка, по второй. Я за вас хочу выпить. Генерал армии Баграмян возглавляет... Из одной квартиры, соседи. В такой день на Красной площади побывали. Товарища Сталина видели. Да я не видала, промокла только. Ну что, промокли, замерзли, это не главное. На парад-то не всех пускали. Лучших отбирали. Уж я о своем сыне не говорю, боевой офицер. А Танечка-то у нас хоть куда, спортсменка. Школу она отлично закончила, в вуз поступила. Всю войну в артели проработала. Да нас, Марья Васильевна, по ногам выбирали. Ну и по ногам, конечно, не без этого. Чтобы было на что и посмотреть. Ну ладно, поехали. Будьте здоровы. Спасибо, мам. Будем здоровы? Будем. А! Котлеты! Ты что, себе брови выщипал? Так лето же жарко бывает. А? Да, бывает. Украли. Украли одну котлетку. Ну что за народ? Нельзя от керосинки отойти, обязательно что-нибудь сопрут. Ты на меня, надеюсь, не думаешь? Я как раз из кухни вышла в туалет. Тань, скорее, сюда. Ну вот. А? Смотри. Ешь, жуй. Пойду матери расскажу. Пускай выделит. Наплодила варья. Да ладно тебе, сама что ли не голодала? Ну, голодала.
Господи, да не хочешь, не скажу. Твое дело, меня не касается. Ну, что затихли? Я вас сейчас горяченькой котлеткой угощу. Спасибо, я пойду. Что так? Я... Дети плачут? Мать-то ведь на работе. Да, мама на дежурстве. Сколько вам лет? Много. Что значит много? Сколько? Очень много. У меня даже муж не знает, сколько... Да муж может не знать, а врач должен. 42. Маникюр когда делала? Вчера. Были сильные боли, а пошла в парикмахерскую? А что делать? У меня муж молодой. Будем делать операцию. Операция непростая. Если бы хоть вчера пришла вместо парикмахерской. Ну ладно. Вы женщина сильная. Как зовут? Надежда. Ну, тем более. Держись, Надежда. Я на тебя надеюсь. Давно. Чего ты испугался? Это танец, Володя. Шантрапа. Спать пора. Цветы все продали? Продали. Сегодня хорошо покупали, хоть и дождик. Сегодня праздник. А что ж ты за братом не смотришь? Смотри, какой он тебя чумазый. Когда мы с тобой познакомились, мы старше их были. В 37-м уже в 5-м классе учились. Володя, а тебя сегодня не качали? Не качали. А у нас на углу как накинулись на офицера, на военного, как начали его подбрасывать высоко. Он только за шапку держался, чтобы не слетело. Покой, оставьте меня в покое. Я Ленин! Я Ленин! Я Сталин! Я Сталин сам! Я Ленин! Я Сталин! Оставьте меня Кто в это? Покое! Федина мать. У нее двух сыновей и одного мужа на фронте убили.
с декабря 42-го. Из нашего класса тогда многих ребят убило. Под Сталинград попали. Счастливая твоя мать. А ты? И я счастливая. Я здесь! Я с вами! Я Ленин! Ленин, Ленин, Ленин! Я Сталин! А почему же ее не заберут в больницу? Ее забирали, потом выпустили. Она, как все, была тихая. Это на нее сегодня накатило. Видно, от всеобщего ликования. Манька, Саня! Давайте быстрее домой! Спать идите. Ишь, загулялись, паразиты сопливые. Как хорошо, что ты рядом. Потому что если бы не ты, я не знаю, как я мог бы все это пережить. Что пережить? Но весь этот ужас. Сколько друзей убиты, и каких хороших ребят не стало. Но ведь Рожив остался, значит, надо жить. Я стараюсь быть оптимистом. Но ведь и ты тоже оптимист. Менял я женщин, тирли-мирли, как перчатки. Носил я тирли-мирли шапокляк. Господи! Господи, Господи! Ужас! 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 Здравствуйте. Здравствуйте. А вы кто? Я? Меня зовут Елизавета Сергеевна. А это что? Это кофе. Кофе? Неужели настоящий? Самый настоящий из зерен. Да вы волшебница. Да нет, я ночная сестра. А незабудки тоже вы? Угу. Ой, это что-то из области сновидений. Грубая реальность. Кофейные зерна в нежаренном виде дают по карточкам. Почему-то никто не хочет брать, боятся. Не знают, что с ними делать. А что? Как что? Взять чистую сковородочку, промазать слегка чесноком и прожарить зерна и готовить. Прекрасно. На здоровье. А мне надо было операцию записать. Я никак не могу начать. Ну вот. А кофе вам поможет. Мне что-то лицо ваше знакомо. Ой, а мне ваше лицо тоже знакомо. Да? Мы где-то виделись. А вы давно здесь работаете? Я с 40-го, но вас здесь не было. Да. В 40-м я была в совсем другом месте. А я вот все на ваши сапоги любуюсь. Да. Подарок командования. Красивый. Сапог моего размера на армейских складах не было. Шили по спецзаказу. Но войну я начинала совсем в других сапогах. Первые сапоги, которые мне выдали перед отправкой на фронт, были кирзачи 42-го размера.
и шинель, в которой я утонула. Погрузили меня с медикаментами в трехтонку и прямиком на фронт, под Ведьму. Там как раз жестокие бои шли. Страшно было? Да нет, мне был не до страха. Я же до этого срок отбывала в лагере, как член семьи. Когда война началась, я просилась на фронт. Там врачей не хватало. А по дороге страшно бомбили. Представляете, как я выкатывалась каждый раз в этих сапожищах, шинели. И так до передовой, до первых раненых. Но уж когда вошла в операционную, все забыла, было уж не до этого. Ну и теперь вы вернулись победителем. Капитанские погоны, слава полевого хирурга, Петр Николаевич очень хорошо говорил о вас. Даже на конференции сказал, что будет хлопотать, чтобы вы здесь остались. Вот все и решилось. Да ничего не решилось. Как? Временное соглашение. И здесь врачей не хватает. Очень, очень не хватает. Как прошла операция? Очень тяжелый случай. Внематочный разрыв трубы. Большие потери крови. Сердце очень слабое. Но очень хочет жить. Муж молодой. Любовь. Очень хотели ребенка. Ольга рожать не сможет. Жить бы смогла. Когда будет выходить из наркоза, посмотрите за ней. Конечно. Надо будет сделать сразу понтопон. Очень важно не упустить этот момент. Вы меня поняли? Конечно, конечно. Вы не беспокойтесь. Я все сделаю. Все, все. Провождение вечеров за май месяц. Это так вечера хорошо проводишь, что потом на ночном дежурстве отсыпаешься. Ой, да я на секундочку только прикорнула. Вон, Елизавета Сергеевна не даст соврать. Тут она полы за тебя моет. Смотри, сколько вымыла. Елизавета Сергеевна, вы заходили в послеоперационную? Да, как же. Ну, как она? Хорошо, хорошо. Да? Ну, смотрите, я на вас надеюсь. А если я еще раз увижу, что за вас работу ночная сестра выполняет, уж не взыщите. Буду докладывать по начальству. Что, жалится вздумала, да? Ну, кому говорят, жалится вздумала, да? Князь Курбский от царского гнева бежал с ним Васька Шибанов стремянный. Да роден был князь, конь замученный, пал. Ты мне среди ночи туман. Про князей ты не заливай. Князья ей нужны. Я тебе пожалюсь. Я тебе так пожалюсь, что твоя жидовка тебя по головке не погладит. Но рабскую верность Шибанов храня, слово отдаю своего ли коня. Скачи к ней до вражьего стана. А я пешой не отстану, а я и пешой.
Можно уколоть. Надя. Надя. Ты видишь меня? Только мужа ко мне не пускайте. Я плохо выгляжу. Не беспокойся. Пустим, когда похорошеешь. Сама тебе губы накрашу. Только дурака не валяй. Через 3 дня сама мужа приведу. Хорошо? Не удивляйтесь. Это я себе нервы успокаиваю. А кроме того, пальцы разрабатываются. Спать я все равно не могу. А это для меня как допинг. Я вас так понимаю. Мне тоже нужен допинг. Когда я буду сдавать сегодня дежурство, дайте мне одну... Я подчеркиваю одну ампулу морфия. Я не могу без него. Не беспокойтесь, это на работу не влияет. Мне надо просто продержаться от дежурства до дежурства, чтобы как-то прожить день. А он у нас подотчетный? Угу. А где расписываться? Да вот там. Вот здесь. А врачи отделения знают об этом? Знаю. Они понимают, что я без этого не могу. Они меня ценят как работника. Поэтому терпят. Идут мне навстречу. Знаете, я терпеть этого не намерена. Предупреждаю, делаю это в первый и последний раз. Больше не просите меня. Но помочь вам я очень хочу. Давайте вместе думать, как можно с этим справиться. Помочь мне уже ничем нельзя, только этим. Облаком волнистым прах встает вдали, конный или пеший не видать в пыли. Вижу, кто-то скачет на лихом коне. Друг мой, друг далекий, вспомни обо мне. Здравия желаю, ваше высокоблагородие. Доброе утро, Григорий. Голубушка, Елизавета Сергеевна, дай тридцатник на похмелье. Света Божьего не вижу, нутро горит. Вечером верну. Хочешь, крест поцелую? Не надо. Креста целовать не надо. Пожалуйста, только отдай, это у меня последнее. Конечно же.
Неужели я тебя когда обманывал, барынь ты моя золотая? Маво не видала? На лестнице встретились. Ты ему случайно денег не давала? Не давала. Если дала, убью. Все равно не расстанусь с тобой никогда. Thank you.
Здравствуйте. Здрасте. Ты что, заниматься приехала? Да вы не беспокойтесь, пани Елизавета, я могу в другой раз. Нет, нет, нет. Я сейчас приду в себя и обязательно позанимаемся. Пошли. Что ты здесь делаешь? Ты думаешь, они стоят за хлебом? Нет. Это очередь мертвых. Уходи отсюда. Уходи. Ты моя вдова. Они расстреляли меня. Я был готов к смерти. Прежде чем они меня схватили, я успел разрубить этому большевику лицо саблей. Да, Федя, это я. Сколько же лет мы с тобой не виделись? Сейчас скажу. С июня 37-го, 8 лет. Не так уж много. Ты была на фронте? Да, как видишь. Заменили поселение на передовую. У меня же своего дела не было. Я проходила по делу Коли. Срок получила как член семьи. Ты куришь? Я ем мороженое.
А я с твоего позволения закурю. Конечно. А я доем. А то течет. А я еду не привыкла выкидывать. Трудное, трудное время мы все пережили. Много было несправедливого. Рокоссовский вернулся прямо на фронт. Москаленко. А Коля не вернулся. Его, как ты знаешь, расстреляли. За шпионаж. А ты в это веришь? Нет. Знаешь, чего я не могу понять? Как можно было согласиться с таким обвинением, если ты не виновен? Как можно было подписать? Ведь он же признался. А тут нечего удивляться. Ты же писал. Я ничего на вас не писал. Я подписал только то, что мне было приказано подписать. Ты прекрасно знаешь, я человек военный. Дисциплина — святое дело. К тому же у меня не было никаких оснований утверждать, что бы то ни было. Не было оснований? А то, что я с тобой в тачанках мотал всю гражданскую? А то, что ты кровью истекал на моих руках. А то, что мы любили друг друга. Я ребенка твоего родила. Это что, не давал тебе оснований поручиться за меня? И знать меня? Да ладно. Что говорить? Прости, сорвалось. Хорошо здесь? Вот только одно плохо, бумагу бросить некуда. Не то, что в Германии. Разбито все, дома в руинах, а урны для мусора на каждом шагу стоят. Организованный народ. Курить хочется. Нет, спасибо. Я к своим прикурилась. А то кашлять буду. Даже если бы я поручился тогда за тебя, это ничего бы не изменило. Все было предрешено. Да, верно. Да и нечего вспоминать, душу травить. А ты неплохо выглядишь. Рута постарела, а ты нет. Ты тоже выглядишь хорошо. Военная форма тебе идет. Не надо, Федя, я про себя все знаю. Хоть и противно, но иногда смотрю в зеркало. Где ты живешь? Пока в больнице, на полуказарменном положении. Я могу чем-то помочь? Не надо. Этим занимается наркомздраве. Ну, как знаешь. А то возьми мой телефон. Телефон я твой не возьму. А раз уж встретились, задам тебе еще вопрос. Можно? Можно. Скажи, неужели у тебя... Сердце не болело о дочери. Ну, когда нас арестовали? Но ведь мы разошлись. Николай удочерил ее. В последнее время мы не виделись. Да, верно. Но когда нас арестовали?
Ее взял дед. А когда он умер? Я был на фронте. Ты с детских лет не видел ее? Нет. Ладно, прости. Задала слишком много вопросов. Больше не буду. Счастливо тебе. До свидания. Рута, ко мне. Рута, ко мне. Рядом. Ко мне, Рута. Иди, Рута, иди. Да, войдите. Ты одна? Одна. А что? А это тебе. Ой. Поставь воду. Фокусник. Почему фокусник? Конспиратор. А почему у тебя на ногтях лак такой яркий? М? Жизнь серая. Пусть хоть лак будет яркий. О, старый знакомый. Милая моя, ну я бы тебе спел или сплясал, но боюсь соседей. Правильно. Их надо бояться. Ты мяч положи, а то разобьешь что-нибудь. А почему у тебя жизнь серая? Не знаю. А я знаю. Меня не любишь. Неправда. Люблю. Мало любишь. Сейчас твоя мать летит, такой будет шум.
Аня влетит. Она за мукой пошла, очередь у нее 157-я, мелом на руке написано. Представляешь, сколько у нас времени? Времени у нас с тобой, Володенька, совсем нет. Сейчас моя мама придет. Она мне уже из метро звонила. О-о-о. Так я напьюсь, горе. Я тебе напьюсь. Да я шучу. Я придумал, я не напьюсь. Я на тебе женюсь. Не женишься, Володенька. Нам жить негде. Как ты негде? Ты же здесь одна живешь. Ну так это я пока одна, пока мама не прописалась, ночевать здесь боится. Вот сдаст военный билет, получит паспорт, и все. Она тут хозяйка. А ты? Все, что здесь есть, это ее отца, моего деда. Это он ей сберег, что мог, и меня приютил. Да так-то оно так. Только вряд ли ее пропишут. Это ты сам так думаешь? Или от кого-нибудь что-нибудь слышал? И сам и слышал. После такого в Москве не прописывают. Какая у нее была статья? Не было статьи. Член семьи врага народа. Ну вот, видишь. Вижу. Только ты не забудь, что я тоже член семьи врага народа. И нечего тебе сюда ходить. Уходи отсюда! Да что с тобой, Танечка? Ты здесь ни при чем. Дети за отцов не отвечают. Отвечают, отвечают. Уходи отсюда, и чтоб ноги твоей здесь больше не было, подлец. Она гражданская воевала, она революции все отдала. От отца родного отреклась. Побольше бы таких врагов было. На фронте себя не жалела. У нее ранения есть, награды. Уходи отсюда, я видеть тебя не хочу. Таня, да ты что? Да я же жить без тебя не могу. Обойдешься. Ну ты еще не ушел? Вон, я сказала. Вон. Я не вовремя. Мамочка. Здрасте. Здравствуйте. Ну что ты, как ты можешь быть не вовремя? Проходи, я тебя жду. Ты обедала? Я ела мороженое. Ладно, я пойду. Уходи. Я тебе помешала? Нет. Ну как ты можешь мне помешать? У тебя есть новости? Нет. Можно я сапоги сниму? Ноги ужасно устали. Мам, ну я же тебе говорила, дедушка сохранил твои вещи. Примерь, сейчас я тебе достану. Смотри, это он собрал сразу после твоего ареста, когда пришел за мной. Здесь, конечно, первое, что попалось под руку, мы тогда очень спешили. А ты помнишь этот чемодан? Помню. Он собирал вещи, а я ревела. Но он мне сказал, не плачь, Кэцели, мама обязательно вернется. И надо, чтобы ей было во что нарядиться. Знаешь, для женщины это важно. А это тоже из нашей квартиры? Да. Он сказал, его мы тоже возьмем. Она ему очень доверяла. Пусть теперь убедится, кто был прав. Это теперь не для меня. Совсем не подойдет. Вот если только туфли. Оп!
Нет, не могу. Отвыкла от каблуков. Попробуй-ка ты. Примерь. Видишь, как хорошо. В самый раз. Носи на здоровье. Мне уж ни к чему. Жаль. Он так верил, что это тебе пригодится. Каждый день доставал, проветривал. Боялся, как бы твою чернобурку не побила моль. Да. Бедный папа, сколько горя он из-за меня пережил. Он очень тебя любил. Можно я закурю? Мы же обедать собирались. Я сейчас накрою. Накрываю я, пока курну. Бросай папиросу, давай обедать. Да. Здрасте. Здравствуйте. Таня, а Володя где? Не знаю, Марья Васильевна. Чудно. Ой, какая прелесть. Подарок дочке из Германии. А мой-то столоп ничего, кроме грязного белья да этой дурацкой шляпы, не привез. Прелесть. Боевой трофей. Ну и правильно. Мало они нас грабили. Да что вы? Я ее купила. Ну хорошо, купили-то купили. Мне-то какое дело. Главное, что у Танюшки теперь есть чернобурка. А то все хуже других. Ну, что со старика взять? Старость, болезнь. Время трудное. Ну, ладно, я пошла. Где ж это Володя запропастился? Дверь открыта, а его нет. Это мать твоего Володи? Теперь все такие. Бывает хуже. У этой хоть сердце доброе. Она мне помогала, когда дедушка умирал. А одна, что я знала? Что я могла? Ну, девочка моя, ну не надо. Не горюй. Мы теперь вместе. Я помогу тебе. Я еще помогу тебе. Вот дедушка твой не дожил. Он был бы так счастлив. Он так хотел тебя видеть. Он очень тебя жалел. Ну, знаешь, может, тебе неприятно будет услышать. Он считал тебя виноватой. Он говорил, люди получили закон от Бога. И никто за 1000 лет лучше не придумал. Моисей научил, как его исполнять. Люди повиновались, и это всем помогало. А они что сделали? Бога нет, царя не надо, отца по морде. Кумира себе сотворили. Вот он ему показал. Счастье хотели. А счастье на чужой крови не бывает. Может, уберем его? Нет, пусть будет. Нельзя свои личные счеты ставить выше всего, это неправильно. На фронте люди в атаку шли с его именем, умирали. Пусть будет. Спасибо. Подождите, не уходите, я сейчас. Ой, душно как.
Да, гроза где-то ходит, никак пролиться не может. Смотрите, какие зорницы. Угу. Как там наша Надежда? Надежда? Эсперанс? Хорошо. Мечтает увидеться с мужем. А температура какая? Нормальная. Ну, тогда можно разрешить. Угу. Только надо будет помочь ей марафет навести. Ну, само собой. Спасибо. Это вам спасибо. Я хотела извиниться перед вами за давящую экстравагантность. Не надо передо мной извиняться. Но дело в том, что я не могу вам больше дать ни одной ампулы. Поймите меня правильно. Я хочу помочь вам, но другим образом. И если я этого не сделаю, вы просто погибнете. Да я уже погибла. Да вы не думайте больше об этом. На нет, а сюда нет. И давайте не будем больше об этом говорить. Хорошо? Ой, подождите, мы же не договорили. Я пойду закрою окно, а то зальет. Ой, ой, как пахнет свежестью. Ой. И я прошу вас, не думайте больше обо мне. Какой красивый узорчик. А, это журнал-работница. Я дочке кофточку хочу вышить. Очень. Я правда хочу вам помочь. Но без вашего ответного желания это невозможно. Вам известно, что такое тоска? Тоска, когда выть хочется, лезть на стену. Знаю. Но со временем это проходит. Это как фантомные боли после ампутации. Mm. Вот когда забывается ампутированная нога или рука, боль проходит. Если не проходит? Проходит. А у меня не забывается. Забвение не дал Бог. Да он и не взял бы забвение. Близкие ваши об этом знают? А у меня нет близких. Ой, да и не надо об этом, начну себя жалеть. Ужасно не люблю этого. Пойду по палатам. Может, где окно не закрыто. Там все тихо. Ой, вы погодите, присядьте. Я прошу вас, доверьтесь мне. Но я ведь не стукачка. Да что вы, Софья Михайловна, я вам совершенно верю. Осознала ли я тяжесть своего падения? Да, я пала очень низко. По-христиански тоска, уныние, искушение от дьявола. Все надо переносить со смирением, как благочестивый Иов. Только я не Иов. Я грешна. Я... Да при чем тут Иов? Да вы что, одна такая? Да вы посмотрите вокруг. Голод, война, репрессии. А как мы все это пережили? Сколько страдальцев? Несчастья объединяют. И здесь спасение только в одном. Чтобы помогать друг другу. И вот вам моя рука. Можно? А я слышу, вы тут что-то так весело обсуждаете. Дай, думаем, огурчиков отнесу. Вот. В выходной ездил к бабушке под нару. Мы и ты кушайте. Нежинские, сладкие такие. Берите. Родились в этом году.
Бабки говорят, покойников много незахороненных поверх земли лежит. Вот дожди идут. А ты бабок-то побольше слушай, они тебе не того не говорят. А что? Я свою бабушку очень люблю слушать. Она много всего знает, песни поет, зубы заговаривает. Вот у вас зуб заболит, вот я вас к ней отведу. Сами испытайте. У меня не заболит. У меня все ставные. Почему? От цинги. О-о-о, светает. Дождь покрапал и прошел. А, это к утру совсем пройдет. Илинские же грозы, они быстрые. Отгрохочет, помочит и пройдет. Угу. Ну ладно, я пойду, а то мне еще белье считать для стирки. Спасибо за огурцы. Забери остальные. Не-не-не-не-не, это да я возьму. Вам, а у меня их много, кушайте, кушайте. Это я для вас. Ну ладно. Интересно, что она слышала? Впрочем, вы-то ничего не позволительного не говорили, а мне уж бояться нечего. Все, что может со мной случиться, все уже случилось плохое. Все погибло. Дом, семья, арфа. Арфа? Угу. А вы играли на арфе? Вон жизнь. А эта прошлая жизнь была в Витебской губернии? Да. Софья Михайловна, вас срочно в приемной вызывают. Там больного привезли, очень тяжелый. Сейчас. Да-да, сейчас. Доброе утро. О, что такое? Слезы. Ой, какие красивые цветы. Ой, кто это? Кто это? Кто? Муж. Ой, не надо плакать. Вам разрешили посещение. То он придет, глаза зареванные. Вам надо красоту наводить, а вы? Ну? Вот. Вот он придет. Что я ему скажу? Что? Ну-ну-ну. Что у нас? Никогда, никогда не будет детей. Мы так ждали, так надеялись, имена выбирали. Мы поставим градусник, а то температура подскочит, его не пустят. Цветы красивые, с любовью выбирал. Если бы знали, скольким людям сейчас гораздо хуже вашего. А у нас все хорошо, хорошо. О, ну-ну-ну-ну. А? День добрый. А, как же это я не узнала тебя, Суля. Тебя раньше звали Суламифь. Это теперь тебя зовут Софья Михайловна. А я Мошке, ее отец.
Я еще молоко скупал у пана вашего отца. Это я вам вашу икону привез. Дом подожгли, а икону украсть страшно стало. А ты не узнала меня, Суля. А ведь я готовила тебя к экзаменам, играла на арфе. Теперь моя арфа сгорела вместе с домом. Да, не узнала. Мы тяжелую жизнь прожили и много страдали. И сильно изменились. Ты теперь большевичка, Суля. Что ж тебя твои коммунисты предали? Тюрьму посадили. А мы боролись за счастье народа. Ха, глаза мои не видели такого счастья. Разрушение, гибель — это счастье? Нет у них истины. Слепцы, ведущие слепцов. И все это скоро увидят. У Бога один день, как тысяча лет. И тысяча лет, как один день. Играйте! Навсегда? Но совсем? Но совсем! Спасибо! Ой, кто это? Пушкин! Дурак, ты же меня напугал! А ты что, отдала им свой мяч? А что? Детство кончилось. Жалко. Столько воспоминаний. А ты, оказывается, еще и жмот? Да, я жмот. А ты что так вырядилась? А хотелось пройтись по Бродвею. Жаль. Я говорю, жаль, что мой Роллс-Ройс сломался. Спустило колесо. Я надеюсь, дым моей сигары вас не обеспокоит? Вот что. Ты думаешь, это была простая ссора? Нет. Все в силе. Тебе незачем сюда ходить. Забудь эту дверь. И вообще все забудь. Таня. Танечка. Танюша. Я все сказала. Зачем все повторять? Уходи. Да. Таня, Володя у тебя? Нет. Чудно. Вроде бы он к тебе пошел. А кажется, раньше ты не курила. Да нет, покуриваю. Да? А куда собралась? А в кино хотела сходить. Леди Гамильтон в Арсе показывают. Исключительные картины. Сходи, сходи. Ты правда смотри, не кури. Почему это? Противно, когда женщина курит. Это тебя не касается. Опустили бабьи тропы. Можешь уйти незаметно. Нет, я не уйду. Нам поговорить с тобой надо. Мы уже обо всем поговорили. Не обо всем.
Я, Тань, вроде на фронт ухожу. Так я тебе и поверила. Правда? Не ври. Война уже кончилась. Но это одна кончилась, а другая уже начинается. Врешь. Да не вру, я правду говорю. Но что ты радио не слушаешь? Война с Японией. Какая Япония? Зачем нам Япония? Ну это ты там спроси. Наше дело выполнять. Я с тобой попрощаться пришел, завтра улетаю. Таня! Таня, ты дома? Спит, что ли? Да нет, в кино, наверное, ушла. И Володька куда-то пропал. Да вот говорю я тебе, смотри в оба. Что с тобой? Ты что, куришь? Не умеешь ты курить и не кури. Думаешь, приятно, когда от женщины скверным табаком пахнет? А ты? Сравнила. У меня все в прошлом. У тебя же вся жизнь впереди. У тебя должна быть счастливая жизнь. А иначе зачем мы все страдали? Счастливая. Что-то не похоже. Володя на фронт ушел. Ну, эта война ненадолго. Он скоро вернется. Нет, он не вернется. Что вообще? Нет, не вообще, он ко мне не вернется. Это он тебе сказал? Нет, я знаю. У тебя есть новости? Да, повестка. Явиться в паспортный стол. Когда? Да сейчас уж надо идти. Я с тобой. Мы вместе пойдем. Побудь здесь, а я сама пойду, хорошо? Вон там посиди. Я жду. Можно я сяду? Пожалуйста. Да я постою. А мне нужно в паспортный стол. Всем туда нужно. Займите очередь. Вы последний? Да. Я буду за вами. Пожалуйста. Предупредите, если кто придет. Предупрежу. Я буду покурить. Хорошо, пожалуйста. Мам, пойдем на улицу. Я гулять хочу. Что там? Там очередь большая. Я вышла покурить. Ну, может, они тебя без очереди пропустят? Ты же в военной форме. Придумай что-нибудь. Да, вот что. Ты знаешь Лизавету Сергеевну? Ты должна ее знать. Дедушка жил в ее доме. Она его пригласила к себе пожить, когда у нее дом отнимали. Знаю. А что? Он ей какую-то икону привез. Семейную реликвию. От пожара спас.
Да. Очень нехорошо получилось. Она в нашей больнице ночной сестрой работает. А я ее не узнала. Так изменилась. А ведь красавица была. Образованная, меня. По латыни готовила. А я ее даже не узнала. Надо зайти к ней. Глупо получилось. Мы зайдем. Обязательно зайдем. Иди попросись без очереди. Да? Думаешь, пустят? Придумай что-нибудь. Пустят. Ладно. Попробуй, попрошусь. Может, пустят. Товарищи, я военный врач. Должна заступать на дежурство. Пропустите меня, пожалуйста. Да что ж такое, я с ребенком и то стою. Пускай идет. А потом и ты. Следующий. Проходите. Ой. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, я получила повестку. Это не к нам, а в седьмую комнату. Спасибо. Пожалуйста. Послали в седьмую комнату. Здравствуйте. Я занят. А меня послали к вам. Подождите за дверью, вас позовут. Вам придется подождать. Можете сесть. Простите. А долго ждать? Ну, некоторое время. Никуда не денешься. Мы, говорит, если америкашки этим косоглазым хорошо врезали, то они к нам теперь больше и не сунутся. Да черт с ними, со всеми.
Мне только, чтобы мой Вовочка домой вернулся живым и невредимым. А танки? Что-то не видно. И дверь не закрыта. И окно. Ах, как говорится, с глаз долой. Господи, Пресвятая Дева, барыню-то нашу Бог прибрал. Идите, смотрите, лежит неживая, как есть неживая. Надо же.